Всем привет, с вами Михаил Облемитов, и сегодня у меня в руках прибор, который вы много раз слышали на этом канале. Это Love Pedal Chula. Мой самый любимый овердрайв, которым я пользуюсь уже много лет и не планирую ни на что менять. Love Pedal Chula — это двух... Наверное, правильнее будет сказать не двухканальный, а двухуровневый овердрайв, грелочка такая. Скорее бы я назвал его грелкой, этот прибор. Состоит из двух как бы каналов, я бы назвал их правильнее уровней. Это левая кнопка, у которой даже нет крутилки, даже уровня гейна. И правая. Правая — это тоже буст, но тут уже есть степень буста. Это педаль авторства Love Pedal, как я уже сказал. Была создана не на ровном месте. Идею этой педали порекомендовал известный американский блюзовый, кантри, в каком-то смысле джазовый тоже, гитарист Джош Смит, горячо мною любимый гитарист на телекастере. Крайне рекомендую его послушать вам, если вы о нем не знаете. И известно, что этот гитарист Джош Смит много лет пользовался примочкой Love Pedal Church of Tone. Это одноканальная грелочка с одной крутилкой уровня гейна. И однажды он приходит в компанию Love Pedal и говорит: слушайте, а давайте вы вместо одноканальной педальки будете делать двухканальную. Причем первый канал, первый уровень овердрайва, да, или первый канал, если все же хотите, будет это левая кнопочка, будет это просто грелка Church of Tone, примерно с гейном посередине, а второй, правый канал, да, правый уровень, да, этого овердрайва, это еще один Church of Tone, только тут уже крутилку гейна мы сохраним. И таким образом появилась на свет вот эта вот замечательная примочка Love Pedal Chula. Love Pedal Chula, она бывает, кстати, очень разных, там у них куча разных вариаций, версий. Вот в моих руках самая традиционная белая версия, есть еще красная, золотая, тоже очень популярная, черная, серебристая, и вроде как все. Их там много, они различаются по степени гейна, но традиционными считается серебряная, самая редкая, белая, самая стандартная, и золотая, тоже очень популярная. Вот, они все low gain, это такая грелочка, которая разогревает ваш ламповый усилитель и заставляет его замечательно хрюкать и сатурировать вообще звучание вашей гитары. Постоянно ее использую, левую кнопку вообще никогда не выключаю, она у меня всегда включена. Ну что ж, я сейчас ее подключу, и мы покрутим крутилки и поиграем на гитаре. Я думаю, что вам обязательно понравится эта педаль. Вообще супер ее рекомендую. Но сейчас вы все услышите. Итак, сейчас я для начала выключу эту педаль, и мы послушаем просто чистый звук. Я играю через усилитель Fender Deluxe Reverb и гитару Fender Telecaster. Черт возьми. Кстати, я забыл сказать. Подписывайтесь на этот канал, будет еще много всего интересного, блюзового, около блюзового, какие-то мои заметки, мысли. Послушаем, посмотрим на какое-нибудь интересное гитарное оборудование. Так что подписывайтесь, а тот, кто хочет потянуть блюз, может написать мне в Telegram по ссылке в описании. А мы слушаем чистый канал моего усилителя Fender Deluxe Reverb. Нековый датчик. Датчика. В
бриджевый датчик. Традиционный телекастеровский звук в традиционный усилитель Fender. Теперь я включаю левый канал овердрайва. Этот звук вы много раз слышали. Вот neck. Вот такой звук. Намного более яркий, намного более громкий и наполненный низкими верхними частотами. Очень красивая середина появилась. Еще раз послушаем чистый звук. С грелочкой. Левый канал. Если у вас телекастер, на мой взгляд, это must have. Дальше. Выводы делайте сами, черт возьми, несмотря на то, что я их делаю. Теперь мы включим правый канал Love Pedal Chulo. Важной фишкой этой педали, как я уже упоминал, то, что он не совсем двухканальный. Типа левая кнопка, правая кнопка. Правая кнопка активируется только тогда, когда левая кнопка включена. То есть, когда левая кнопка выключена, правая кнопка может иметь любое положение гейна и быть включена или выключена, это не важно. То есть, активация педали изначально происходит по нажатию левой педали, левой кнопки. Левую кнопку нажали, теперь можно нажимать на правую кнопку и наоборот. Вот я нажал на левую кнопку. И теперь я нажимаю на правую кнопку. Еще больше гейна, еще больше сатурации. Послушаем. Еще раз. Только левый. С правой. Гейн на минимум. Бридж. Ставлю теперь крутилку на примерно 1/3. Выключу правый канал. Только левая кнопка. Правая кнопка. Гейн на треть. Thank you.
Понятно. Гейн на 2/3. Снова выключаю правый канал. Только левая кнопка. Правая кнопка, гейн на 2/3. Понятно. Теперь гейн на максимум. Правый канал. Еще раз слушаем. Чу, только левая кнопка. Гейн на максимум, правый канал включен. Совсем уже гейнастый звук. Он очень сильно насыщен средними частотами, и на концерте правая кнопка чулы с гейном выше среднего — это прямо то, что надо, чтобы прорезать вообще любой микс, абсолютно любой. Особенно если вы играете на телекастере. Вот такая вот педаль. Сравним это все с чистым звуком, чтобы по уровням громкости было понятно, какие у нас скачки. Вот чистый. Левая кнопка. Правая кнопка. Прям огромные скачки по громкости на самом деле. Особенно с правым каналом. Так что он может работать не только как грелка, но и как бустер. Назвать это прям таким овердрайвом я, наверное, не стал бы. Но, в общем, это эффект, который очень выручит, если ваш усилитель может только в клин. Если вы, не дай бог, пришли куда-нибудь на студию, и там стоит только Fender Twin, который может только чистый звук делать, то чула вам поможет. Или на комбик, или на концерте, где стоит комбик только с чистым звуком, какой-нибудь одноканальный, тогда чула вас спасет. И вообще чула и сингловые звукосниматели на телекастере, и, собственно, сам по себе телекастер, это вообще, для мой взгляд, идеальное сочетание. Я много раз пробовал, у меня было 4 тюб-скримера, я их покупал, продавал. У меня были RC-бустеры. RC-бустеры, кстати, тоже замечательные педали. RC-бустер — эта тема, как-нибудь сделаю обзор, когда он у меня появится. Фузы пробовал разные, всякие блюз-драйверы и так далее, всякие традиционные овердрайвы. Но именно вот этот вот Love Pedal Chula, белый, он у меня со мной уже, наверное, 7 или 6 лет, я не знаю. Очень давно. Очень-очень давно. И я его никогда не выключаю. Левый канал включен всегда, как я уже говорил. Поэтому я рекомендую вам попробовать эту педаль. Я вот полагаю, я ее, наверное, никогда не продам. Я, кстати, не знаю, как она прозвучит на хамбакерах. Возможно, на хамбакерах будет немного другая ситуация. Ну, когда у меня будет гитара с хамбакерами, тогда и посмотрим. Вот. Пишите ваше мнение насчет этой педали, насчет этого звука. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на этот канал. Увидимся на этом канале. И всем
Хорошего гитарного настроения и пока!